Поможет ли Ангела Меркель Мадриду? Канцлер Германии прибывает с визитом в Испанию. Премьер-министр этой страны Мариано Рахой ранее заявлял, что на встрече с Меркель попытается убедить ее поддержать инвестиции Европейского центробанка на долговом рынке. В Испании рассчитывают на поддержку Берлина в борьбе с глубоким экономическим кризисом. Канцлер ФРГ, в свою очередь, намерена уговорить Мадрид согласиться на программу кредитования ЕС, что подразумевает полномасштабную финансовую помощь в обмен на жесткое регулирование бюджетных расходов. Визит Меркель – жест вежливости, но мы надеемся на большее. Думаю, ее участие во встречах в Мадриде подтолкнет Европейский центробанк в деле решения экономических проблем Испании. Цель нашего правительства – решить существующие проблемы и исправить экономическое положение Испании. Мы должны заложить основы для дальнейшего развития. Думаю, испанская экономика является одной из самых конкурентоспособных и устойчивых. Я ничего не имею против Германии, но хотелось бы, чтобы наше правительство, так же как немецкое, управляло всеми делами государства, чтобы у нас была хорошая зарплата и страховые полисы.